Романцевские горы в Кондуках являются визитной карточкой Тульской области. И совсем недавно этим местам был присвоен статус особо охраняемой природной территории. И, конечно, очень важно сохранить этот неповторимый ландшафт, оставшийся нам от природы. Ну и, конечно, необходимо развивать эту уникальную территорию. Сегодня мы собрали мощную единую команду, во главе которой стоит наш губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Чувствуя твердое плечо правительства Тульской области, мы, местная власть, вместе с нашими жителями знаем, что такой единой командой мы сделаем особо охраняемую природную территорию Кондуки самой привлекательной для всех россиян. Вместе мы добьемся успеха! Кто бы мог подумать, что в 90-е здесь добывался бурый уголь, а теперь мы можем все вместе наслаждаться марсианскими пейзажами. Все уникальное рядом, Тула рядом.